Не успела я включить съемку, как тут же мне начали писать. Придется, наверное, обрезать начало видео. Итак, я все время путаюсь, когда у нас наступает старый Новый год по старому стилю. Поэтому для тех, кто празднует, вот, пожалуйста, в кадре и Дед Мороз, и елочка. Мне особенно приятно, что в эти такие волшебные праздничные дни на мой канал сбежалось уверенно 500 подписчиков. Искренне надеюсь, что после розыгрыша все не разбегутся. Под Новый год я разыгрывала вот такую очаровательную палеточку для макияжа лица. Она буквально 2 дня назад уехала к Алене. Еще чуть-чуть Алена ее получит. И я надеюсь, на ее канале мы увидим ее обзорчик. А сейчас давно анонсированный розыгрыш вот такого призика. Еще осенью я задумала, что как только стукнет 500 подписчиков моему каналу, разыграю вот такой очаровательный набор малюток. Набор этот я приобретала на оригинальном сайте. Сайт Tarte.com, родной сайт этой марки. Вот он указан. Всем, кто совершает онлайн-покупки из России, докладываю, бояться доставки DHL не надо, все прекрасно приходит. Да, доставка DHL дорогая, но на этом сайте за год наблюдений, раза 4, я встречала акции. Доставка по всему миру бесплатно от любой суммы заказа. И так можно, в общем-то, набраться на $80, у кого есть такая большая хотелка на тарт, и купить себе эти прекрасные штуки. Штуки действительно прекрасные. Конкретно этот набор лип-пейнтов я не открывала. Но у меня есть вот такой лип-пейнт, чуть в другом цвете, более темный. Если честно, первый раз, когда я его открыла, я слегонца испугалась. Производит впечатление чего-то очень густого, очень насыщенного по цвету. В принципе, можно вот таким слоем нанести. И да, это очень густая штука, не растекается. И довольно долго вот так держится. Но я делаю по-другому. Я совсем маленькую каплю беру на палец и наношу как тинт на губы. И получается вообще очень-очень натуральный вариант, по крайней мере, на моих губах. Эффект моей губы только лучше. И этот тонкий слой отлично губы увлажняет, очень долго держится, остается в виде тинта. Прекрасно. И, в принципе, по щекам можно распределить. В принципе, сам продукт изначально не предназначен для использования как жидкие румяна, но при желании можно. Смотрела на англоязычном YouTube много обзорчиков этих продуктов. Там один более персиковый, другой более розовый. Но вполне 2 универсальных цвета. Набор ни разу не вскрывался, все вот ровненько, поэтому можете выигрывать и для себя, и на подарок совершенно спокойно. Условия участия в розыгрышах, как обычно, простейшие. Быть подписанным на мой канал. На момент подведения итогов вашей подписки должны быть открыты, чтобы я проверила наличие, собственно, подписочки. И под этим видео будут указаны 3 моих ранних ролика. Не волнуйтесь, достаточно коротких, и я только попросить вас могу посмотреть их до конца, а вы уж сами, как вы располагаете временем, смотрите их. Но на вообще выполнение всех условий будет неделя. В следующую субботу под крещение мы подведем итоги розыгрыша и все-таки выявим победителя. Поэтому 3 коротких ролика, я думаю, все смогут посмотреть. И, естественно, в комментариях надо будет отметиться, написать хоть что-нибудь, чтобы я знала, что вы были под этим роликом. Репосты, приглашения друзей и подруг ко мне на канал, конечно, приветствуются, но ссылки на ваши репосты оставлять не надо. А то один раз я уже так попробовала, и куча комментариев улетала у меня в теневой бан с ссылками. Причем я так и не поняла, по какому принципу YouTube отбирает, какие комментарии оставить, а какие идут в бан. Поэтому не надо, не давайте ссылок в комментариях. Просто пишите «участвую»,
что-нибудь о себе, как вас зовут, или откуда вы, или как давно смотрите мой канал. Отмечайтесь в комментариях под роликами, указанными в описании к этому видео. И до встречи через неделю на подведении розыгрышей. Надеюсь, вы ко мне пришли не только за призом, и вам будет искренне интересен мой контент. Пожелания того, какой именно контент вы бы хотели чаще видеть на моем канале, тоже пишите мне, я все читаю, стараюсь принимать к сведению. Поэтому желаю удачи всем участвующим во всех их начинаниях, участвующим в моем розыгрыше отдельной, особенной удачи. Ну, победитель, конечно, будет только один. Ему заранее привет. А кто он или она, мы узнаем через неделю. Пока-пока.